Это дополнительная путаница. Я считаю, что нет, я против бы этого была, если была, учитывалось бы мое мнение. Плохо. А почему? Ну, потому что потом организм страдает от этого. Страдает. Прежде всего. А как страдает, по вашему мнению? Не высыпаемся, нагрузка. Нормальное время, нормально живем. Надо. Почему? Иногда ощущение, что утром сильно темно, либо наоборот сильно светло, а ночью, ну, вечером наоборот, либо сильно темно, либо сильно светло. Будто бы какой-то баланс надо найти. Отрицательно. А почему? Плохо сказывается на организме. Особенно, когда у тебя есть какой-то режим, ты должен, допустим, там вставать в 6 утра, а когда вот эта вот перестройка, этот час, он очень весомый. Считаю, что не надо. Чего его сейчас привезти, потом обратно возвращать? Ну что, не надо. Пусть оно так и будет. Уже мы-то ладно, мы старые можем туда-сюда сориентироваться, а детей в садик, кто-то в школу потом пойдут, опять время это туда-сюда менять. Нет, нет, нет. Нет, коровы меньше молока дают. Да. О, как. О, как.